Привіт, Катя. Привіт. Радий тебе бачити в порядку, живу здорово. Ми з тобою зараз 31 день війни, і мені здалося, що можна зробити повторні інтерв'ю з моїми гостями подкасту, як ти думаєш, і побачити, як війна вплинула на мислення, і поставити декілька запитань. Це такі короткі 15-хвилинні інтерв'юшки. Окей? Класна ідея. Добре. Я знаю, що ти зараз в бомбосховищі, це, мені здається, важливо сказати слухачу і глядачеві, може час від часу перебиватися інтернет. Так. Слухай, перше, що мене цікавить, от я не був під бомбами, я не знаю, як це. І мій страх, він в нього інше, ну, інші контексти. Тобто я там через інші речі можу там боятися і в більшій мірі, в меншій мірі. А який з твоїх днів, оцих 31 дня війни, який з них був найстрашніший? Чому? Наверное, первый, потому что этот день как раз мы должны были лететь в командировку в Одессу с командой. И я проснулась, будильник у меня был на 5:30, но я сама проснулась где-то без 10:05, что-то с какой-то тревогой. Ну, у меня бывает такое, что тревога перед командировкой, что я не хочу улетать, оставлять детей. Плюс еще вся эта ситуация, она же, в принципе, была такая напряженная, уже существовала. Я что, проснулась пораньше, валялась, смотрела телефон и услышала взрыв. И думаю, так, ну, как-то взрыв чуть побольше, чем просто как-то обычно что-то на улице, я не знаю, пакет с соком или что-нибудь такое. Пошла в Facebook, вижу, что начинается, типа, взрывы. Сразу списываюсь с командой, типа, мы никуда не летим до выяснения обстоятельств. И сразу потом идет информация про то, что вот буквально, там, сколько, 2 минуты назад Путин объявил войну. Ну, словами понятными, скажем так. Ну, вот это вот, наверное, был самый страшный момент, потому что ты вообще не понимаешь, что сейчас будет происходить. Ты понимаешь, что самое страшное, чего ты боялась, происходит с тобой прямо сейчас. У тебя дети, ну, все здесь. Ты понимаешь, что тебе сейчас нужно делать чисто механические действия в виде сбора чемодана, и не в Одессу, а вообще непонятно куда. Сбора детей, там, будить и так далее. И, ну, я его делала тупо на автомате. И вот, ну, вот первый день был для меня самый страшный, потому что это была полная неизвестность, и там, в общем, мы вообще просто были потеряны. Дальше уже более-менее стало приходить понимание, что происходит. Конечно же, никакого понимания, как долго и что делать, но, по крайней мере, что происходит, уже было понятно. А коли це, знаєш, як ясність збільшилася в тому, що відбувається, то як змінилося твоє ставлення до того, що відбувається? Ну, оно еволюціонує до сих пор. І я можу сказати, що, мабуть, тільки, ну, неділю назад, може бути, не 10, не, мабуть, неділю, я як-то смирилась внутрішньо з тим, де я зараз нахожусь, смирилась внутрішньо з тим, що абсолютно непонятно, когда все это будет закончиться, когда это все закончится, у меня есть надежды, у меня, я ищу там сигнальчики, улучшения и так далее. Но я смирилась с тем, где я сейчас нахожусь и что происходит, и приняла это как данное, и в этом данном начинаю выруливать не из того, как я хочу, чтобы было, а из того, как я вижу, что есть. И, ну, как бы в том, что есть, начинать как-то там жить, строить планы, работать и так далее. Потому что до этого, там, до этой недели назад, я жила заняло одной мыслью. 3 тижні, так? Да. Я жила все эти там 3 недели, я жила мыслью, типа, вот, все, ну, вот это закончится, и мы будем делать то-то-то-то, это закончится, и мы будем делать то-то-то. А теперь я жила мыслью, пока это не закончится, мы будем делать то-то-то-то, вот так вот. Ну, мені видається, що це такий, ну, суттєвий шифт в сприйнятті. Да, і я на самом деле рада, що він произошел, потому что в любом случае делать что-то надо. У меня большая команда, нам нужно разруливать эту ситуацию, нам нужно принимать какие-то решения. Принимать решения, исходя из надежд, ну, тоже не самая правильная стратегия. Я хочу тебе запитати ось про що.
Був якийсь конкретний момент, тригер, коли ти така, ну все, ситуація саме така, і я точно маю тепер вирулювати з неї. От якийсь конкретний момент був, пам'ятаєш, що сталося перед цим моментом? Ти знаєш, да, наверное, это может быть там прозвучать немного глупо, но у меня ситуация такая, я выехала с чемоданчиком, в котором было там три платья, там белье, немножечко там какой-то там кремчик и так далее, и все. И вот я вот в этом быту, скажем так, вот с этим чемоданчиком, с содержимым этого чемоданчика, три недели жила, действительно понимая, что, блин, ну, я не буду себе там ничего не покупать, ничего не делать, потому что это же, типа, скоро закончится. Ну, вот в Киеве у меня дофига всего. Я вернусь туда и буду там делать то-то-то. А потом в какой-то момент именно так, я думаю, нет, значит, во-первых, я сейчас нахожусь здесь, и здесь мне не хватает этого, этого и этого. Поэтому я пойду себе куплю это и это, и буду здесь как бы, ну, как бы, так настолько же нормально, насколько возможно жизнь была в Киеве, у меня будет теперь налаживаться здесь. И вот как только я купила себе, грубо говоря, тени для глаз, это, ну, конечно, ну, тупо звучит. Нет, не тупо, поняла, это максимально необходимо. Все. Да, ну, я, все, знаешь, я купила я себе там, эти тени для глаз, заказала себе там платье, и все, мы как бы все, теперь мы обустраиваемся здесь, сколько бы это ни было, хоть три дня, хоть 30, мы будем здесь. Знаешь, мне кажется, что что відбулося, ты такая, ладно, все, я визнаю, что все відбувається так, как є, це війна, я тут, і тепер ти, купуючи ці штуки для себе, ти себе оточуєш звичними для твого побуту і да. якісного життя, наскільки це можливо, речами. Для мене це також спрацювало. Перший час, типу, ні-ні-ні, нічого не треба купувати, треба, щоб гроші збереглися. Так, як і у Наташки, у дружини було. Але важливо було в якийсь момент зрозуміти, окей, якість життя там, де ми є, вона така, яка вона є. Чи можу я її покращити там маленьким кроком? Окей, да, тоді я це да. зроблю. Я почув, що змінилося ставлення до себе начебто в якийсь момент. Ти така, типу, все, не буду більше економити або ще щось. Да, оно вернулось просто, ну, как бы, оно вернулось, и я человек, ну, мне очень нравится, как бы, я люблю жить, мне нравится жить качественно, в моем понимании, я понимаю, что, как бы, опять же, я понимаю все то, что сейчас происходит, я это прекрасно осознаю, я понимаю, что прямо сейчас люди сидят без воды, без еды, дети умирают от обезвоживания, от ран, и, ну, и вообще, как бы, это лютая жуть, то, что происходит сейчас. Но я приняла для себя решение, то есть я могу или вот так сидеть, об этом постоянно думать, анализировать и как бы пускать это горе настолько пронизывать себя, что ну, быть просто ну, не способной что-либо делать. Или я могу продолжать строить свою жизнь, понимая, что этот фактор есть, он существует, но его последствия внутренние для себя максимально минимизировать. Потому что все мы должны продолжать жить дальше. Мы как бы, да, вот такое вот обстоятельство. Мы должны продолжать жить дальше. Это наша самая главная обязанность сейчас. Потому что если мы сейчас все впадем в депрессию, в уныние и так далее, мы сдадимся. А сдаваться, уж тем более сейчас, точно нельзя. Я погоджуюсь с такой тезой. Я теж выбираю жить. И це все дуже важко взагалі сприйняти, зрозуміти. Я думаю, що я навіть частину себе відключив, щоб просто не сприймати, або там не переживати. Я теж. А там прийде час погорювати, коли ми переможемо, і це відбудеться, безумовно, мурашки зараз ідуть. А зараз я прийняв Конечно. Просто пожити, ну спробувати жити, саме жити. У мене теж, я не плакала, взагалі ні разу не плакала з моменту початку війни, тому що я розумію, що плакати безсмисленно. Я звичайно плачу, коли в цьому є якийсь смисл з точки зрения результату. А зараз від того, що я плачу, не плачу, ну, результату не буде. Ми, як би, побідемо не тому, що я розплачусь і так далі, а собі сказала, значить, плакати я буду, коли ми повернемося в Київ, от тоді я заплачу. Ну, от щастя, звісно ж. Ну, тоді, да. Ну, плюс мені ще важливо держатися, щоб діти, ну, як би, розуміли, що, несмотря на те, що вони розуміють, ну, старші розуміють, що війна, вони розуміли, що батьки теж здаватися не збираються, і ми тримаємося, і все, як би, окей. В 31 день з першого ж дня ти вже не вдома, а значить, що в тебе старі звички відійшли і з'явилися нові звички. Або ж
якимось чином там адаптовувалися старі до нових. Як сьогодні виглядає твоя рутина? Ну, ми живемо в готелі. І, звісно, тут, так як ми живемо в Трускавце, є такий нальот курортності. Це дуже сильно допомагає, тому що, ну, це, в принципі, якась определенна атмосфера курортного міста, которая тебя чуть-чуть попускает за все это там движа суматохи военного, которая наверняка сейчас есть в больших городах. Хотя, честно говоря, я бы очень хотела вернуться в Киев. Я не могу это сделать, потому что у меня дети, но мне бы хотелось и увидеть Киев таким, как он есть сейчас, потому что я вижу его на фотографиях. Я обожаю Киев, прям обожаю. И он такой, ну, для меня все время был красивый, монументальный, офигенный, но сейчас он еще и такой суровый со всем, что происходит. Ну, я хочу его очень таким живьем увидеть, не на фотографиях. Но, тем не менее, находясь здесь, у нас как бы здесь присутствует определенная курортная рутина. Мы встаем, умываемся все вместе с детьми, идем на завтрак. То есть это тут наши прекрасные санаторные завтраки. Вот, потом, если это будний день, у меня чаще всего начинается с Евой учеба онлайн. Потом параллельно у меня идет работа. Параллельно у меня идет еще мой маленький сын, с которым нужно там выйти погулять, потому что lucky we are, мы сюда приехали с няней, потому что она нас ночевала, когда мы выезжали. Но няня сломала ногу, поэтому теперь у нас, да, такая веселая жизнь, где пытается типа совместить все и учебу Евину, и досуг Кайчика, ну и, конечно же, мою работу, что для меня сейчас вообще является супер-супер-супер большим приоритетом, потому что в работе менять приходится многое. Вот, поэтому это такой как бы микс детей и работы. Вечером мы обычно идем на прогулки, здесь очень классный парк, здесь вообще очень красиво, я первый раз в Трускавце, и мне очень здесь нравится. Мы гуляем, там, можем сходить попить кофе, куда-нибудь поехать. Вот недавно мы ездили в город Борислав, я там тоже впервые была, и это тоже классный город. А от города Драгобыч я вообще в полном шоке, мне кажется, что люди в Украине, наверное, мало кто о нем слышал. Люди мають знати про Драгобыч, так. Да, и не только из-за колбас, как оказалось, есть какие-то драгобыжские колбасы, которые все знают. Я просто кому не говорю, что я была в Драгобыче, там колбаса, и говорю, там не колбаса, там здание 1907 года, двухэтажные особняки, там очень красиво. Ну, в общем, то есть мы исследуем регионы, работаем, миксуемся с детьми, вот, и приблизительно так это все проходит. Сколько часу ты в день на новини витрачаєш? Як взагалі твої стосунки з новинами змінилися за ці 31 день? В принципі, я почти все время в курсі новостей, конечно же, ну, я имею в виду даже в мирное время, но, конечно, не так, как сейчас. В первые два дня я не знаю, у меня, наверное, скрин тайм было часов 14. Я просто постоянно была в новостях. Я смотрела телевизор, что я вообще никогда не делала, я читала новости, это все было постоянно, потому что я ждала вестей, что так, сейчас я услышу эту новость, типа, так, ну все, типа, все люди поняли, что это на самом деле пиздец, ну, это так нельзя, договорились, что прекращаем, и дальше пошли на дипломатический фронт выяснять отношения, но не на реальный фронт. Ну, наверное, спустя неделю я поняла, что... Дело не в том, что новости на меня как-то влияют хорошо или плохо. То есть у меня нету такого, что читаю новости и, о боже, все пропало. Нет, нет, я их читаю как-то, ну вот, просто читаю для информации, чтобы понимать, что происходит. Я просто поняла, что это слишком много времени, и нужно как бы в работу включаться, а не тратить его на, в таком количестве на новости. И теперь это, наверное, я не знаю, ну, в целом часа... Три, в целом, четыре в день. Я просто, ну, Телеграм просто все время просматриваю, что там... 3-4 години на день. Что там вышло. Да, ну, я так думаю, я не считаю. Ти кажеш, що зараз дуже багато часу приділяєш на те, щоб інпушив працював. І моє питання, напевно, ключове в цьому разі, коли ми вже побачили, де ти є, яка ти є, як ти зустрілася з реальністю і якими ресурсами ти володієш, які можливості відкрилися перед тобою зараз? Я хочу сказать сразу, что я человек, который, я очень люблю сама лично выстраивать стратегию, видение и так далее. Не чтобы обстоятельства ее за меня выстраивали, а сама.
и независимо от обстоятельств этой стратегии следовать. Поэтому та ситуация, которая произошла сейчас, она для меня внутренняя, как для владельца бизнеса, она немного катастрофичная, потому что сейчас уже такие обстоятельства, которые не учесть нельзя. И ты не можешь свою... Наша стратегия сейчас, она в данном... Просто вообще не работает. Просто как бы не работает. Поэтому нам нужно адаптировать бизнес. Мы еще до войны приняли решение, что Инташи в этом году должен расшириться географически и получать часть заказов не из Украины. Ну, нам так захотелось еще до войны. Сейчас мы работаем в этом направлении, это первое направление. Второе направление, которым мы работаем, это запущенная нами casual линейка, которую мы изначально думали как первый шаг людям попробовать, как бы первый шаг без полку. Если мы пишем на заказ, это наша линейка casual, которая подгоняется под клиента. Сейчас мы ее полностью переформатируем на готовые изделия, то есть они не будут подгоняться, не будут готовыми, и на онлайн-продаже. Мы делаем проект, посвященный войне. Пока что не хочу говорить что-то конкретно, но небольшой проект, посвященный войне, то, что мы делаем. И, естественно, сейчас работаем над тем, чтобы, если эта ситуация продолжится долго, перевозить производство на Западную Украину и начинать физически работать здесь. Потому что у нас проблема, как бы физически очень тяжело работать сейчас в Киеве. Ну, це виглядає, звучить як достатньо конкретний план. Да, честно говоря, я, опять же, за него никак не хотела браться, потому что я очень сильно держалась. Нет, ну, как бы, перевозить производство в Западную Украину, это столько денег, все. А потом, мне очень повезло, мой клиент живет в соседнем подъезде со мной, мы с ним случайно пересеклись в бомбоубежище, вот, и договорились попить кофе, и мы с ним ходили, гуляли, пили кофе, и он меня очень подстегнул в том, что столько вот можно сидеть и жаловаться, и ждать, что все вернется быстро. Ну, а если быстро не вернется? А если эта история не на месяц, а на три, а на четыре? А у меня 74 человека, их нужно кормить. Что делать? И поэтому я поняла, что даже если все усилия, которые мы сейчас приложим по организации перестановки бизнеса, по смене стратегии и так далее, это будет усилие на 2 месяца, ну, ничего страшного, а что, нам сейчас есть много всего другого, что делать? Нет, поэтому для меня сейчас ситуация выглядит так, что да, работа сейчас очень активная, ее много, и основной для меня сейчас челлендж, это, ну, после того, как я свои собственные мозги перестроила на это, конечно, собрать людей, потому что собрать людей дистанционно, все в разных обстоятельствах, и мозги многих действительно поменялись, ну, в голове многое что поменялось. Очень тяжело их настроить на работу, очень тяжело, очень. И для меня, откровенно, сейчас это самая большая проблема. Больше, чем перевоз производства, поиск новых рынков, сбыта и так далее. Настроить людей на продуктивную, не то что продуктивную, а на в 2 раза более продуктивную работу, чем была в мирное время. Як ти думаєш, що тобі допоможе з цим? Я думаю, мой внутренний ресурс, то, насколько я могу мотивировать, то, насколько я могу применять инструмент, ну, менеджерские инструменты, отличные от тех, что я применяла. Ну, только я не думаю, что кто-то где что-то сможет. Кать, на завершение запитання про твои спостереження, про украинцев и про Украину, про дух Украины. Що для тебе найбільшим, не то щоб сюрпризом, що тебе дивує найбільше з того, як ми, українці, зараз розкриваємося з цією війною? Вот сейчас тот момент, когда я, наверное, первый раз заплачу за период войны. Нет, я не заплачу. Но я в шоке. Я пережила несколько революций. И я знаю, я помню это чувство едности. Это чувство настоящего братства, взаимопомощи, и когда люди делают не все, что они могут, они сами не знали, что они могут это и делают, это чувство гидности украинской. Грубо говоря, вот
все то теперь видно, против чего борется страна-агрессор. Теперь оно настолько кристально видно, и естественно видно, что, ну, что это никогда не будет побеждено. Теперь понятны все те художественные произведения, теперь понятен гимн, теперь понятны художественные произведения, теперь все стало понятно. И ну, чувство гордости за то, что я украинка, наверное, ну, такое чувство гордости у меня не было никогда, и оно точно никогда не уйдет, и оно никогда не уйдет у моих детей. Вот это, ну, самое большое, самое классное, что я получила за эту войну. Вау. На цьому, Катюха, будемо завершувати з тобою. Я дуже радий тебе бачити, дякую тобі за це, за щирість і за натхнення. Нехай виходить те, що ти хочеш. Спасибо тебе большое. Ми з тобою зустрінемося вже у мирний час.